Je te vois en distance. Tu veux me chanter tes romances. Tu m'adresses, je suis prête, je verrai toi. J'ignore ce que tu me diras. Fleur de ma vie, je veux faire tout pour lui. Et dans les rues de ma ville de Paris, c'est pas discutable. Je te vois et je te souris, inoubliable. Зачем ты хотел меня видеть? Tiens, c'est tout ce que je te dois. Maintenant, on est quitte. Здесь все, что я должен. Мы в расчете. Les choses ne sont pas si simples, Laurent. Все не так просто, Лоран. D'abord, je veux que tu finisses ton affaire. Сначала доведи дело до конца, а после поговорим. Mais puisque je te rends l'argent, qu'est-ce que tu veux de plus? Но ведь я возвращаю деньги. Что тебе еще нужно? Je veux que tu finisses ton affaire. Мне нужно, чтобы ты закончил дело. Tu me connais. Ты меня знаешь, Жан. Quand je dis quelque chose, je reviens pas dessus. Alors tu prends l'argent, ok? Если я что-то решил, значит так тому и быть. Возьми деньги. Но. Нет. On abandonne pas notre business comme ça. Из нашего бизнеса так просто не уходит. Je sais. Я знаю. Артём неплохо играет. У него здорово получается. Ты пришел, чтобы поговорить со мной о том, как играет Артём? Знаешь, жизнь такая непредсказуемая вещь. Всегда преподносит сюрпризы. Ты хочешь сказать, что у тебя изменились планы и... Мы никуда не едем.
Я не понимаю, что происходит в последнее время. Все как будто против нас. У меня возникли проблемы. Вернее, не проблемы, а обстоятельства, которые бывают иногда сильнее нас. Я очень хочу поехать, правда. Но это моя инициатива, и путевки в Париж, и номер люкс. Я очень хочу, чтобы мы поехали втроем, вместе с Артемом. Но сейчас это невозможно. Вот такая ситуация. Я не могу сейчас оставить жену. Не могу. Нам нужно немного подождать. Совсем чуть-чуть. Уходи. Что? Я давно хотела тебе сказать, что хватит нам обманывать. Обманывать Марину, обманывать друг друга. Нам не нужно вместе никуда ехать. Ни сейчас, ни потом. Уходи. Совсем уходи. Здрасте, дядя Боря. Аруар, Зидан. Мам, я гол забил. Доброе утро. Добрый день. А вы что здесь делаете, Полина? У вас же завтра самолет в Париж, если я не ошибаюсь. Я так и объяснил вашим подопечным. Им не нужно ничего объяснять. Они все прекрасно понимают. А что случилось? Я не еду, Иван Сергеевич. Pourquoi? Соляви. Жизнь – непредсказуемая вещь. Часто преподносит сюрпризы. Ну. Я всегда это знала, только почему-то сомневалась, не верила. Себя обманывала. А вот собаки, они обманывать не умеют. Надо полагать, путевки были на троих. И в последний момент этот кто-то третий отказался ехать. Откуда вы все знаете, Иван Сергеевич? Вот что я вам скажу, Полина. А путевки случайно не у вас? У меня. Вот и езжайте. Берите Тему в охапку. Езжайте. Он же так мечтал поехать в Париж. Чему суждено, то непременно должно сбыться. Откуда вы знаете, что с вами случится в Париже? Вас ждут. А вы не поедете. А ну-ка домой, быстро, паковать чемоданы. Что, не верите? Не верите? Ну, хорошо. Послушайте ваших питомцев. Я правильно говорю? Как вы полагаете,
Сервис. Просто бэд-сервис. Воду отобрали, духи отобрали, все отобрали. А вы в багаж не сдавали? Да вот сглупила. Не сдала. А вы в первый раз в Париж летите? Да, первый раз. У-у-у. А я 9-й, представляете? Правда? 8 раз была. Вот когда у меня портится настроение или депрессия какая-то, беру сумку в руки и в Париж. Элеонора. А по отчеству? Можно просто без отчества. А тебя как? Меня Артём. Полина. Очень приятно. Нам обязательно нужно держаться вместе. Я вам столько всего познавательного расскажу. А, наш. Ой, вы знаете, Париж – это такой удивительный дом, когда он происходит. Ты вы обнял, мадемуазель? Пардон. Excuse me. C'est ici. Ah, merci. Bonjour. Vous permettez? Merci. Вот ваше. А, спасибо. Устраивайтесь. Бонжур. Ага. Tu veux changer de place? Хочешь поменяться местами? Так ты сможешь смотреть в иллюминатор. Да, спасибо, месье. Permettez? Merci. Comment tu t'appelles? Как тебя зовут? Je m'appelle Artём. Меня зовут Артём. Артём? Артём? Или проще Тёма. Тёма? Тёма. Почти Тёма. Как меня. Меня тоже зовут Тёма. Привет. Привет. Тёма. Tous les enfants aiment regarder par la fenêtre. Все дети любят смотреть в иллюминатор. Moi aussi j'aime regarder par la fenêtre. Я тоже люблю. Même si je ne suis plus enfant. Хотя давно уже не ребёнок. C'est que vous avez gardé votre esprit d'enfance. Значит, вы сохранили своё детское восприятие. Дети всегда счастливы. Вы психолог? Нет. Психология – это мое увлечение. На жизнь я зарабатываю бизнесом, как и многие. Вы живете во Франции? Да. Хотя родился в Швеции. А вы москвичка? Почему вы так решили? Я прав? Да. Где вы остановились в Париже? В отеле «Три короны». Пардон. Полина, не надо быть столь откровенной с мужчинами. Они этого не ценят. Тем более с первым встречным. Пардон. Пардон. Элеонора. Тома. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Я не понял, что она сказала. Elle dit qu'elle regrette de ne pas parler français. Она сожалеет, что не говорит по-французски. Tiens. Ça, c'est pour toi. Это для тебя. C'est la tour Eiffel. Эйфелева башня. Bienvenue en France. Добро пожаловать во Францию. Спасибо. Thank you.
вообще. Мам, давай помогу. Заходим. Бонжур. Мадам? Месье? Anybody home? Bienvenue à Paris. Добро пожаловать в Париж. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Добрый вечер, добрый вечер. Madame, passeport, s'il vous plaît. Мадам, паспорт, пожалуйста. Please. S'il vous plaît. Долго ждем. Bed service. Мадам, pardon. Мадам, простите. Le russe. Русские? Le russe. У вас один место, комната. О, speaking Russian? A little. Little. Встречаемся за завтраком утром. Не забудьте, а обзорная экскурсия. Разбудите меня в 7, гарсон. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Voilà. Bonsoir. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Я Хузайн. Меня зовут Меду. Я из Марокко. Вы хорошо говорите по-русски. Я давно учился в Москве. Этаж 2. 2 комната для 3 персона. А где третья персона? Был да сплыл. Ха. Сплыл? Нет третьей персоны. О, très bien. Доброй ночи. Артём. Доброй ночи, Полина. Доброй ночи. Все понимаю. Да? Только если бы они чуть помедленнее говорили. Только сделай потише. А то уже ночью люди спят. Месье. Месье, nous allons vous aider. Месье, мы вам поможем. On va appeler une ambulance. Надо вызвать скорую. S'il vous plaît. Не надо скорой. Pardon, не надо полиции. Par la police. Si, si. Vous avez perdu beaucoup de sang. Вы потеряли много крови. Vous avez besoin de médecin. Вы нуждаетесь в медицинской помощи. Je peux pas vous expliquer. Я не могу вам объяснить. Ils me recherchent. Они меня ищут. Помогите мне. Помогите. Кто это? Я не знаю. Belle, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Красавица, не смотри ему в глаза. У-ла-ла-ла-ла. Я разбил локоть в ванной. А есть что-нибудь из медикаментов? Бинт, вата, зеленка, йод, пластырь? У нас не так много лекарств, но кое-что есть. Изабель, лекарство. Изабель, лекарство. Минуту, я посмотрю. Надо быть осторожным всегда. Ладно. Excusez-moi, madame, извините, мадам, но это все, что я нашла. Merci bien.
Большое спасибо. Vous voulez boire peut-être quelque chose? Jus au minéral cola? Да, водки. Водки? Да. О ла ла. Водка и сок? Нет, нет, только водки. Ого. Остановить, как-то будет достаточно. Фуф? Достаточно. Вы пьете одна? Ну, налейте себе. Вы пьете на работе? Я хозяин. Вы любите водку? Русский без водки, что моряк без лодки. А ла водка, за вас. Будем. Мам! Я допью в номере. Мне нужно помочь сыну. Когда поможете, Артём? Идите обратно. Merci. À demain. Dommage. Жаль. Ne vous inquiétez pas. Не беспокойтесь, мы вам поможем. On va vous aider. Vous êtes qui? Вы кто? Vous êtes médecin? Вы врач? Ma mère est vétérinaire. Моя мама ветеринар. 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 Ça tombe bien, j'ai un mal de chien. Именно такого врача я заслуживаю. Дай стакан водки. Тихо, тихо. Бюви. Пейте. C'est la vodka. Но это водка. Vous en avez besoin. Вам это необходимо. Vous êtes russe? Вы русский? Русский, русский, пей давай. C'est la vodka. Это водка. C'est anesthésion. Это анестезия. On t'a dit de boire. Она тебе говорит, пей. Encore. Еще, еще, еще. Бинт и ножницы. Pardon. Je m'appelle Laurent. Меня зовут Лоран. Полина. Полина. Et moi, Тюма. А меня Тюма. Полина. Полина, откройте, пожалуйста. Это я, Элеонора. А мы уже спим. Ой, простите, пожалуйста. У вас, случайно, нет в номере фена? Нет. У вас же люкс. Ну, понятно, 3 звезды, бэд-сервис. Вот, извините. У меня есть мой фен. Ой, вы не могли бы мне одолжить на время, я верну. Да, сейчас. Сейчас принесу. Вот. Спасибо, я сразу же верну. Не надо, не надо, я потом сама заберу. Спасибо, спокойной ночи. Может, оставим его здесь до утра? Как думаешь? На преступника он не похож. А ты что, знаешь, как выглядят преступники? Конечно, знаю. Но он точно не похож. Алло? Алло? Кто это? Не знаю, молчат. Мам, ты дверь не закрыла?
Это я звонил. Вас не слышно было? Вероятно, на работе телефон. У вас все нормально? Да-да, все в порядке. Мы уже спим. Бо, если что, я к вашим услугам. Bonne nuit. Спокойной ночи. Aidez-moi mettre mon blouson. Помогите мне. S'il vous plaît. Надеть куртку, пожалуйста. Oui. Merci. Спасибо. Merci pour tout, Полина. Спасибо за все, Полина. Comment vous sentez-vous? Как вы себя чувствуете? Tout va bien. Все хорошо. Vous inquiétez pas. Не беспокойтесь. Laissez-moi partir maintenant. Выпустите меня. Tout le monde dort. Все спят. Allez-y. Идите. Vous m'avez sauvé la vie. Вы спасли мне жизнь. Тёма! Тёмочка, давай, вставай, вставай. Скорее. Мама, что случилось? Скорее, скорее, скорее. Мне нужна твоя помощь. Ещё чуть-чуть. Так. Мам, как он там оказался? Хотел уйти, только сил не хватило. Мам, ты дверь не закрыла. Закрой, пожалуйста. Алло? Ну что, проснулись? Да. Это Элеонора, доброе утро. Я вас жду на завтраке. Давайте, давайте, поторапливайтесь, а то опоздаем на экскурсию. Хорошо. Завтрак так себе. Одни круассаны растолстей. Bad service, bad. Мадам, si vous voulez, vous pouvez déjeuner dans votre chambre. Обед в номер? Да. Ну-ну-ну-ну-ну. Merci, merci. Я, мадам. Ни в коем случае не заказывайте в номер, обдерут. У меня аналогичный случай был в Каире. Пришел официант Мустафа. Ну, я потом вам расскажу. А если хотите, у меня в номере есть кипятильник, чай в пакетиках, кофе растворимый. Поделюсь. С удовольствием воспользуюсь, спасибо. Угу. А вы так плохо выглядите. Не выспались? Да, честно говоря, ночь была беспокойная. И потом, после самолета я всегда себя неважно чувствую. Честно говоря, на экскурсию ехать нет никаких сил. Я, пожалуй, останусь в номере. Элеонор, если вам не сложно, вы не откажетесь поехать с Артемом? Ну, конечно, я все прекрасно понимаю. Вы знаете, я очень люблю маленьких детей, чужих. Мне своих Господь не дал, и я сначала горевала, 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 а потом сказала себе: Элеонора, не грусти,
оглянись вокруг. Всегда найдется маленький ребенок, которому нужна твоя помощь. Едешь со мной? Да, конечно. Я могла бы вам рассказать о своем романтическом приключении в Италии. Но не буду сейчас этого делать. Ой, расскажите, расскажите. Это было в Венеции. О. Да, да, да. Он был гораздо моложе меня. Такой жгучий брюнет с бездонно-синими голубыми глазами. Гондольер. Его звали, знаете как? Андриано Челентано. Пел хорошо? Не знаю, я не слушаю. Это вас ищет полиция? Да. Не волнуйтесь. Они видели только меня. Я скоро уйду. Вы должны поесть. Мадам, я du sang par terre. Вы savez ce qui s'est passé? Мадам, свежая кровь. Откуда она здесь? Mon fils est tombé hier. Мой сын вчера упал. Probablement c'est son sang. Наверное, это его кровь. Bien, madame. Я поняла вас, мадам. Pardon. Простите. Это вы? Да, это я. Как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете? Я искал вас. Могу я составить вам компанию? Да. Замечательно. Я очень рад вас видеть. Как дела у Тёмы? Все хорошо. Вы едите в отеле? Нет, это для Тёмы. Никогда не знаешь, когда он захочет есть. Ой, какой красавец. Привет, привет. Понимаете собак? Собаки как дети. Их нельзя обмануть.
Они всегда знают, что о них думают. И вы думали что? И что вы подумали о нем? Я увидела, что с ним все в порядке. И что ему не нужен врач. Я могу показать вам Париж, если хотите. Нет, мне нужно в отель. Может, мы пообедаем завтра вечером? Сожалею, но не могу. На самом деле, не могу. До свидания. Простите за бестактность, но могу я спросить, с кем вы разговаривали около отеля? А, это Тома. Это Тома. Мы летели вместе в самолете. Француз шведского происхождения. Он бизнесмен. Почему вы спрашиваете? Из любопытства. Вы провели несколько часов в самолете вместе и уже так хорошо знакомы? Вы меня ревнуете? Помогите мне, пожалуйста. Спрячьтесь в ванной. Bonjour, madame. Je viens faire la chambre. Добрый день, мадам. Я пришла убрать номер. Но только комнату. Я приму душ. D'accord, très bien. Хорошо. Я хочу принять душ.
Vous êtes très belle dans cette robe. Вы очень красивы в этом платье. Мам, мы вернулись. Ну как вы? Мам, ну как ты могла с нами не поехать? Ты ведь ничего не видела. Ну ничего страшного. Мама еще с нами поедет. У нас несколько дней, да? Надо все успеть. Полина, надо все успеть. Завтра я обязательно с вами поеду. Видишь, завтра. А сегодня мы идем в ресторан, вы помните? Это очень модное место в Париже. Ой, а что же вы так скучно одеты? Слушайте, я кое-что купила. Зайдите ко мне. Я сейчас зайду. Мам, он здесь. Я скоро приду. Дверь закройте, никому не открывайте, хорошо? Ладно. Tu sais, Catherine, que j'ai eu très peur de devenir veuve. Ah, et seulement j'ai compris quelque chose. T'aimes pas le cinéma? Ты не любишь кино? Non. Нет. Surtout à la télé. Особенно по телевизору. J'aime le foot. Я футбол люблю. Chez moi, on joue tous les jours. Мы дома каждый день играем с ребятами и их папами. Et ton papa aussi joue au foot avec toi? Твой папа тоже играет с тобой в футбол. Je n'ai pas de papa. У меня нет папы. Si tu veux, я приеду к тебе в Москву и буду играть вместе с тобой. И мы победим. D'accord. Хочешь? Tout le monde m'appelle Zidane. Меня все Зиданом зовут. У меня есть футболка с его номером, которую мне сделала мама. C'est génial, ça. Здорово. C'est vrai, а ты точно приедешь? Ouais. Да. У тебя есть любимая игрушка? J'en ai pas. Сейчас уже нет. Avant, j'avais un ours. Раньше у меня был плюшевый мишка. Je ne sais pas où il est. Но он куда-то потерялся. Ah bah, c'est drôle, ça. Moi aussi, забавно, но у меня тоже был плюшевый медвежонок. С маленькой песенкой в голове. Comment ça? Как это? Je jouais toujours avec я часто ours. Играл с ним, и у него каждый раз отваливалась голова. Et ma mère, elle devait le recoudre мама пришивала ее почти каждый день. Comme вероятно, тоже была ветеринаром, как твоя мама. Et puis un jour, и вдруг она сказала, что знает, почему у мишки отрывается голова. Почему? Потому что в ней, кроме опилок, ничего больше нет. И тогда она написала на листочке песню, вложила в голову мишки и зашила. И что было дальше? Голова больше никогда не отрывалась. Артём, смотри, футбол. О, Зидан! О, Зидан! Я же просила закрывать дверь. Артём, одевайся скорее. Нам нужно быть внизу через 10 минут. Je te vois en distance. Tu veux me chanter des romances. Tu me dirais, je suis prêt. Тёма, ну как тебе здесь, нравится? Он первый раз в ресторане. Да. Почему она поет такую грустную песню? Ты находишь ее грустной? Она о любви. Хочешь, вернемся в отель? Не надо. Полиночка, ну, расслабьтесь. Давайте выпьем. Что? Давайте. Отдыхайте. Va te faire foutre! Tu m'entends? Elle est morte à cause de toi. Uniquement à cause de toi. C'est toi qui as merdé. Si tu nous avais laissé tranquilles, ce serait jamais arrivé.
Tu m'entends? Fils de pute! Tu m'entends? Hein? Quoi? Tu te souviens de moi? Обратите внимание на Лилечку. Какая она красавица. Как прекрасно поет. Когда они уезжали из Союза, она была еще совсем девочкой. А мы им так завидовали, так завидовали. Web. Oui, monsieur. Champagne. D'accord. Взгляните вон на того пожилого господина у барной стойки. Он глаз нас не сводит. Мадам, хозяин угощает вас. Он просил передать, что восхищен вы. Merci bien. Спасибо. Что он сказал? Этот господин хозяин этого заведения и шампанское комплимент для нас. Я же говорил, он глаз нас не спускает. Здравствуй, Тёма. Здравствуйте, месье. Как поживаешь? Хорошо. Бонсуар. Добрый вечер. Добрый вечер, Полин. Что вы здесь делаете? Жду вас. Хочешь, прокачу тебя по ночному Парижу? Да. Ни в коем случае, уже поздно, и мы едем в отель. Всё, кто потом. Нет, очень поздно, извините нас. Полин, ну поезжай, посмотри Париж. А мы с Артём в отель, да? Тём. Нет, мы сейчас все вместе едем в отель. Идите в машину, я сейчас подойду. Ну и дура. Au revoir. Bonne nuit, Тома. Спокойной ночи, Тома. Может быть, мы сможем встретиться завтра у гостиницы? Спокойной ночи. Мам, ну пожалуйста. Нет, Артём, все, поехали. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Не так. Merci pour tout. Спасибо за все. Спасибо. C'est Artём qui vous l'a. Это Артём тебя научил? Oui. Да. Je l'aime beaucoup. Мне он очень понравился. Je lui ai promis de venir à Moscou pour jouer au foot avec lui. Я обещал ему приехать в Москву поиграть в футбол. Vous devez y aller. Вы должны идти. Au revoir. До свидания. Au revoir. До свидания. Это полиция? О, oui. Да. C'est la police. Это полиция. Vous devez attendre. Вам придется подождать. Vous avez quelque chose à boire? У вас есть что-нибудь выпить? Да. Je lève mon verre à la santé de la police qui m'a. Я поднимаю бокал за французскую полицию, которая позволила мне остаться здесь. C'est la première fois que je rencontre une femme comme vous. Я впервые встречаю такую женщину, как вы.
du malheur. Скажи мне, Лоран. Tu es un criminel? Ты преступник? Peut-être. Возможно. Qu'est-ce que tu as fait? И что ты сделал? Je suis tombé amoureux de toi. Влюбился в тебя. Je te parle sérieusement? Я серьезно. Moi aussi. Я тоже. Tu veux toujours que je parte? Мне уйти? Алло. Привет, проснулись? Да, доброе утро, проснулись. У нас катер, не забыли? Хорошо. Встречаемся внизу. Кто ты? Откуда ты взялся в моей жизни? Ты обычный человек, который совершил ошибку. Я решил изменить свою жизнь и встретил тебя. Это не может быть случайностью. Кто тебя преследует? Люди, которые не хотят, чтобы я начал свою жизнь сначала. Но у них ничего не выйдет. Если я что решил, так тому и быть. Я могу попросить у тебя? Да, я слушаю. Ты можешь купить мне рубашку? Рубашку? Тёмочка, вставай. Вставай, вставай, просыпайся. Прогулку по сене проспишь. Давай. Давай, Зидан, одевайся. Одевайся. Oui, j'ai besoin qu'on convienne d'un. Пьер, давай встретимся. J'ai besoin de te voir. Oui, j'ai besoin de faux papiers. Мне нужны фальшивые документы. Je dois quitter la France, sinon je suis dans la merde. Я должен покинуть Францию. Je compte sur toi. Я рассчитываю на тебя. Артём. Простите меня. Mais j'ai entendu ta conversation. Но я слышал ваш разговор. C'est pas bien. Подслушивать нехорошо. Je ne voulais pas. Я не нарочно. Tu ne peux pas. Я знаю, что вы не можете выйти в город. Я могу пойти вместо вас. Не волнуйтесь. Я уже не маленький. Слушай, у меня есть друг, его зовут Пьер. Он найдет тебя и передаст кое-что для меня. Когда отправляется катер? Thank you.
Месье, вы Пьер? Sorry, I don't speak French. Прости, я не говорю по-французски. Sorry. Извините. Ça fait plaisir, c'est fou. Des années et des années. Oh, tu es magnifique. Ça fait beaucoup. Oui, ça touche le cœur. Привет, мой хороший. Савабья? Молодой человек, возьми эту карту, она тебе понадобится. А особенно Лорану. Вы Пьер? Бонжур, мадам. Бонжур. Мадам, вы опять забыли оставить ключи от номера. Я нам пришлось воспользоваться дубликатом. Зачем? Поменять белье, убрать номер. А то будет потом говорить, что у нас в Париж бед-сервис. Я же вас просила не убирать номер. Простите, я хотел как лучше. Excusez-moi, madame. Я не хотел говорить при la police. А что случилось? У вас случайно ничего не пропало? Нет. Почему вы спрашиваете? Небольшое недоразумение. В наш отель проник преступник. Мадам, вы умная женщина. Ей не стали бы помогать ему? Я вас не понимаю. Мне бы не хотелось иметь дело с la police. Они в любой момент могут прийти сюда с обыском. Не беспокойтесь. Его здесь нет. Саву? Это ты? Как ты это сделал? Научился этому в прошлой жизни.
C'est pour moi? Это мне? Oui. Да. Merci. Спасибо. La police a fait des recherches. Полиция разыскивает тебя. Dans tous les quartiers. Во всех кварталах. Они могут прийти сюда с обыском в любой момент. Я знаю, я слышу. Несмотря на то, что не говорю по-русски. Но ты меня научишь, правда? Научишь? Я боюсь. Мам, мы вернулись! Ну, как погуляли? Класс! Как погуляли? Класс, класс! Мой кавалер был безупречен. Ну, хорошо. И заслужил свое мороженое в сегодняшний прощальный вечер. Мама не возражает, приглашая его в кафе. Не возражает. Я только пойду переоденусь. Хорошо. А-а-а. Полчаса на сборы. Ладно. Вас ждут внизу. Кто ждет? Дорогая моя, вы не упустите свой шанс. Я все вижу. Это ваш счастливый случай. У меня глаз алмаз. Вы знаете, у меня была такая же ситуация. Где-то... По-моему, в Португалии, да. Это такая красивая страна. Это страна мореплавателей. И там очень красиво. Merci, Артём. Maintenant je peux quitter le pays. Теперь я могу выехать из страны. С этим паспортом. Je sais que t'es plus un petit garçon. Я знаю, что ты уже не маленький. Но я хочу тебе подарить кое-что. Il lui ressemble? Похож. Oui, c'est le même. Да, такой же. А в Аргентине Диего Марадона сказал мне... Ну ладно, потом расскажете. Спасибо вам большое. Ну хорошо, до свидания. De quoi parlez-vous? О чем вы говорите? Nous parlons d'homme à homme. У нас мужской разговор. Да, алло. Алло. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте, это я, Тома. Вы же вас укут. Да, я вас слушаю. Я сейчас поднимусь к вам. Нет, нет, не надо. Я сейчас спущусь. Я буду ждать внизу. Хорошо. Я скоро. Bonjour, Pauline. Bonjour, Thomas. Я хочу пригласить вас погулять по Монмартру. Здравствуйте, полиция. Скажите, не встречали ли вы этого человека? Нет. А вы? Нет. Если вы его увидите, позвоните, пожалуйста. Это опасный преступник. Спасибо. Полин. Я хотел вам сказать, с тех пор, как я встретил вас в самолете, наверное, я кажусь вам смешным. Нет, нет, что вы. У меня скромный бизнес. Конечно, я не миллионер. Но моих средств вполне хватит, чтобы обеспечить вам и вашему сыну достойную, спокойную жизнь здесь, в Париже. Вы не обязаны отвечать прямо сейчас. Если вы решите, вы спуститесь, и мы продолжим беседу в каком-нибудь уютном месте. Если нет, я уйду. Я пошел. Не задерживайся. Завтра самолет, нам еще вещи собирать. Хорошо, мама. Ава. До свидания. А bientôt. До скорой встречи.
Пока, мам. Qu'est-ce que tu cherches? Что ты ищешь? Vase. Вазу. C'est cet homme que t'as rencontré. Эти цветы подарил тебе человек из самолета? Oui. Да. Он ждет тебя внизу. Je sais. Я знаю. Полина. Полина. Послушай, я понимаю. Мы едва знакомы. И я никто для тебя. Alors que lui... А он... Lui... Он... Обещал твоему сыну. Добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вашим персоналом. Конечно. Но сейчас поздно. Никого нет. Только горничная. Это ничего. Извините. Вы раньше видели этого человека? Нет. Посмотрите получше. Может, вы его видели в отеле? Нет. У вас остановилась русская, не так ли? Да. Может, вы видели этого человека с ней? Я никогда не видела этого человека. Для него будет лучше, если полиция найдет его раньше, чем его друзья. Передайте это ей. Почему я должна ей это передавать? На самом деле. Почему? Изабель. Если он не сдастся полиции, они его убьют. Как только он выйдет за дверь этого отеля, они убьют его. Но вы можете никому ничего не говорить.
мадам. Здравствуйте, мадам. Как вы поживаете? Я счастлив. Ой, мадам. Пардон, Изабель. Бонжур. Добрый день, мадам. Ну что, бед-сервис, уезжаем. Очень жал. Да, налей бренди. Виви. Могу? Да, да, пожалуйста. Мерси. Мадам и серви. Мерси. Дорогая Элеонора. С грустью вспоминаю наши с тобой прогулки по Парижу. Скучаю. Твой Жан-Поль Бельмондо. Vas-y, vas-y, cours, 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 vas-y, allez, passe-moi le ballon, allez, tire, vas-y, passe-moi le ballon, attention, je vais tirer, vas-y, but. Полина, просыпайтесь, дорогая. Надо поторопиться. Поля. Полина, просыпайтесь, надо поторопиться. А я прилегла и задремала. Каждый раз даю себе зарок ничего не покупать на память, и каждый раз его нарушаю. На свете так много приятных вещей, от которых невозможно отказаться. Ну что же, оревуар, бед-сервис. Оревуар, Изабель. Оревуар. Полина, поторопитесь, а то с этими ужасными французскими пробками в аэропорт опоздаем. Пойдем. Всего доброго, мадам. До свидания, Артем. До свидания. Орва! До свидания, Меду. Спасибо вам за все. Наверное, нелегко быть такой. Кельфам? Какой? Vraiment? Необыкновенный.
Au revoir, Полина. До свидания, Полина. Bonne chance. Всего доброго. Je vous souhaite un bon retour. Будьте счастливы. Au revoir. До свидания. Ну все, теперь точно опоздаем. Ну, слава богу. Поехали.